пел, как соловей, да еще и на слух подбирал аккорды. Одновременно носил сандали, носки и длинные шорты. Если голден был, за минуту съедал целиком нарезной батон. Он купил синтезатор только, чтобы себе сочинить рингтон. Мой друг говорил по-французски, по крайней мере, пардон и мерси. Он ездил на велосипеде под саундтрек из фильма «Такси». Воровал кукурузу на ферме и от погони скрывался в полях. Я всегда хохотал до слез, когда он рассказывал байки в ролях. Мой лучший друг для меня не